Здравствуйте, уважаемые девушки, женщины. До этого в одном из эфиров я говорила о волосах. Волосы – это ваша личная энергетика. Это ваше здоровье, ваши каналы. Волосы разбрасывать нельзя. Ни в ванну, ни в унитаз, ни на пол, ни в мусор. Что мы должны делать? Мы должны собрать их. Либо закопать там, где не ходят люди, либо жечь, опять же, там, где желательно, где не находятся люди, не наступают на эту землю, скажем так. Если же птица доберется до ваших волос, сплетет гнездо или еще что-то, это может нанести огромный вред вашему здоровью. Чаще всего люди начинают сходить с ума. Поэтому сегодня я хочу показать, как мы сжигаем волосы. Для этого я вышла в один из парков, там, где практически нет людей. Захожу в такую небольшую глубь, туда, где люди вряд ли будут пробираться. И просто их сжигаю. Жечь нужно до конца, чтобы не остался ни один волосик. После этого обязательно потушите. Ждите, пока они полностью не сожгутся, не сгорят. После того, как мы сожгли все наши волосы, мы ждем, пока полностью не догорит, не потушится. И закапываем. Закапываем листочками, веточками. Вот. Все. Теперь вы в полной безопасности.